В США американский белый пеликан по кличке Амос, который последние 4 года находился на реабилитации, наконец-то обрел дом. Теперь его постоянное место пребывания – Бронский зоопарк. Сюда птицу в конце прошлого года привезли из Техаса, где с 2016 года Амос проходил лечение в центре дикой природы. Его нашли со сломанными крыльями. Ветеринары установили, что пеликана подстрелили, и, скорее всего, это произошло во время полета. Специалистам удалось спасти птицу, правда, больше она никогда не сможет летать и расправить правое крыло, поэтому Амоса нельзя выпускать в природу. Но впереди его, похоже, ждет счастливое будущее. Сотрудники зоопарка говорят, благодаря дружелюбному поведению и смелому характеру у пеликана есть все шансы стать любимчиком публики.